Благодаря следующему нашему конкурсанту мы с вами познакомились с волшебным инструментом, армянским инструментом, который называется дудук. И в одном из выпусков Марина говорила, что обязательно на нем сыграет. Ну, а мы знаем, что мужик сказал, мужик сделал, но... В данном случае Марина сказала, Марина сделала. Поэтому прямо сейчас... Прямо сейчас. Хочу сказать, что по словам Марины Селивановой, с появлением в ее жизни народного махора в ней зародилось счастье. В прямом и переносном смысле этого слова, дорогие друзья. Плюс ко всему, Марина Селиванова — это талантливейший автор и исполнитель своих песен, в чем вы сегодня все, дорогие друзья, убедитесь. Ну и помогать ей сейчас будет настоящий армянин Гигам Оганян. Я так счастлива вас всех Спасибо моему другу Гигаму Оганяну за поддержку. Спасибо, дорогие друзья. Волшебный инструмент. Волшебный армянский дудук.